и удар с левой ноги. Гасселих, еще один удар, и мяч влетает в сетку. Вот так хозяева открывают счет, не без доли везения, может быть, потому что рикошет сопутствовал результативному удару Гасселиха. Но нужно было оказаться в нужное время в подходящем месте, и голевое чутье атакующему хакбеку сборной Австрии не изменило. Еще раз смотрим, бьет поворотом Ханс Кранкль, мяч попадает в нашего защитника, в Александра Чивадзе, отскакивает Гасселиху, тот очень технично его сбрасывает себе грудью под удар. И прежде чем его успеют накрыть, мощно бьет с левой ноги в дальний угол. Досаев пытался до мяча дотянуться, но каких-то... Пас Федора Черенкова. Выскакивает Консилия. И мяч летит в ворота. 1-1. Счет становится. Сергей Родионов использует свой шанс. И внешне легко, даже как-то играючи, переигрывает австрийского голки. Третий номер на футболке у Александра Чивадзе. А это Харен Оганесян. Обыграл двоих, троих. Блохин. Удар поворотом и мяч в сетке. Олег Блохин забивает и делает счет 2-1 в пользу сборной Советского Союза. Шедевральная совершенно игра Оганесяна, когда он одного за другим обыграл троих соперников. Еще одна подача в штрафную. Досаев выходит. И не удерживает мяч в руках, и австрийцы сравнивают счет уже тогда, когда судья смотрел на секундомер, и казалось, что победа сборной СССР почти достигнута. Вот так вот драматично этот матч завершается, а забивает спасительный для австрийцев мяч Бруно Петцай.